конец июня, в каком состоянии у меня растения и цветение пеларгоний. Ну, вот начнем с ампельных. Кошечки, попугаи подгрызли вот эту традисканцию гибасис фата невесты. Был, конечно, шикарный куст. Зебрина. Традисканция нанук. Вот цветущие пеларгонии. Что-то уже отцвело и пытается зацвести заново. Wellfire. Пестролистный сорт. Это бутон набирает розоцветковая пеларгония Денис Сутарова. Марлезон 2 зацветает. Югрушенька цветет. А, ошибочка, вот он, Денис Сутарва. Розочками вот такими зацветает. А там была Юксоломия в бутоне. Вот это Розалинда. Скорее всего, прародительница югрушеньки, но куст более мощный. Это ива королева Бирмы. Цветы не очень крупные и красный цвет с некоторым оттенком малинового. Это династия Даджи. Бутон удержит пока. Особенность у нее вот такой зазубренный, мелко зазубренный листочек. Made in Sweden, пеларгония. Первый цветок был розовый, насыщенный. Вот сейчас он такой зеленовато-белый с розовыми вкраплениями. Это Дунг Гео Мисо. Это не цветущая пеларгония, пока ее опускаем. Это принцесса Сандра. Цветок очень красивый, но куст очень мощный, и его трудно сдерживать формировкой. Заложен вот такой тип роста. Очень большие побеги, мощные, крепкие. Его лучше, конечно, на улице высаживать. Хотя вот что его отличает от уличных, он не сыпется. Это душистая пеларгония Эшби с ароматом персика. Здесь вперемешку душистые цветущие. Это Аденсио Софи Арден. Красивый такой окрас. Ну, можно сказать, растрепанная розочка. Вот такой полумахровый цветок. Более лососевый. На камере более розовый выглядит. Australian Pink. Это Аденсио Фелиция. Душистая пеларгония Royal Oak с ароматом сандалового дерева. Это лебедушка. По-моему, лебедушка. Нет, тумелиса. Это тумелиса. Это прародитель. Вернее, не прародитель, а наоборот, детка от Royal Oak. Village Hill Oak. Более рассеченные листочки. Australian Pink. Розобудная пеларгония. И пахнущая роза. Attar of Roses. Здесь пеларгония Формозум вот с такими листочками Вечный Зов. Пеларгония Санторини. Ричард Хадсон. Елка Щеголь в этом году пока еще не цвела. Розебудная пеларгония Ред Розебуд. Куст должен быть мощным. Ну вот здесь череночек. Так, Вайта Ринго черенок. Пеларгония Ангел. Ну и тоже розобуд. Ред розобуд с поломанным цветоносом. А виновник этого поломанного цветоноса — вот охотница за всякой живностью. Да, Дымочка? Кого ты там нашла? Дыма. Красотуля моя.